сегодня с первых минут. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Сегодня с первых минут. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Сегодня с первых минут. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Первый тайм начался. Обыгрывает он защитника. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Они продолжают идти вперед. Есть что придумать в атаке. Хороший пас. Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря. Первый тайм начался. Обыгрывает он защитника. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Они продолжают идти вперед. Есть что придумать в атаке. Хороший пас. Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря?